Вообще, по выбору места, по выбору еды, одежды, по количеству вещей можно много понять о человеке. А ты что, программист, да? А жопа у тебя сидеть не устанет? Я хочу понять. Русская душа. Ты что, глухой? Я тебе сказал, отвали уже. Слуховой аппарат утопил в море. Пока глухой. Страна Иванов. А дом тебе кто построит? Мне построит 3D-принтер. Галина. Очень красивое имя. Амина. Малина. Это ты? Я думала, что тебя уже нет. Мы же с вами не случайно все это делали. Можно же новую жизнь начать. А у вас есть какая-то тайна?